Здравствуйте! В эфире канала «Россия». Итоговая информационная программа «События недели». Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в 54-й сессии Народного собрания. Основным докладчиком перед парламентариями выступил министр внутренних дел республики Владимир Нефедов. На что обратил внимание руководитель правоохранительной службы и какие еще вопросы были рассмотрены в сюжете Артура Мхце. Начало внеочередной сессии регионального парламента было посвящено памяти жертв терактов в подмосковном Крокус-Сити, после чего перед руководством Карачаева-Черкесии и депутатами выступил министр внутренних дел республики Владимир Нефедов. К слову, для него это первый подобный отчет в должности министра. Начал руководитель ведомства с рассказа о работе стражи порядка во время выборов президента России. Затем он привел статистические данные по разным видам правонарушений за 2023 год. Профессионализм сотрудников нашего министерства и принятые комплексные меры позволили сдержать криминальную активность. Зарегистрировано 4456 преступлений. Произошло снижение преступлений средней и небольшой тяжести. Меньше совершено изнасилований, краж, грабежей, разбойных нападений, хулиганств, угонов автотранспортных средств, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, наркотиков. В то же время возросло количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью. Умышленных убийств, мошенничеств, в том числе в сфере IT. Более детально остановился руководитель ведомства на преступлениях в сфере высоких технологий и необходимости информирования населения о том, какие методы применяют злоумышленники. Коснулся Владимир Нефедов и преступлений, связанных с бездомными животными и домашней живностью, которая по вине хозяев становится причиной дорожных происшествий. В завершение министр попросил депутатов обратить внимание на усовершенствование системы фиксации нарушений на улицах. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил докладчика за подробный отчет и заметное улучшение работы ведомства по многим направлениям. Рекомендовал еще больше внимания уделять профилактике и раскрытию преступлений, а также согласился с необходимостью обновления системы наблюдения. В апреле завершает работу нынешний состав региональной общественной палаты, и депутатам Народного собрания предстояло утвердить 12 из 24 общественников. Характеристики на каждого кандидата были представлены парламентариям для ознакомления. В конце апреля, в начале мая приступит к своей работе 5-й созыв общественной палаты Карачаево-Черкесской республики. Мы надеемся, что члены общественной палаты, которых изберут в 5-й созыв, будут такими же энергичными, активными, неравнодушными гражданами. Еще дюжину общественников ранее утвердил глава республики. Артур Мхце, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. На этой неделе проводили в последний путь начальника Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева, заслуженного спасателя Российской Федерации Андрея Мозгова. Более 30 лет он посвятил мужественной профессии спасателя. За годы работы Андрей Анатольевич прошел путь от рядового спасателя до спасателя международного класса. Он трижды завоевывал титул чемпиона России по пятиборью спасателя МЧС России. В 2016 году был удостоен звания «Заслуженный спасатель России». На церемонии прощания соболезнования от имени главы республики Рашида Тимрезова родным и близким Андрея Мозгова передал мэр Черкесска Алексей Баскаев. О заслуженном и мужественном человеке Мадина Каракетова. С ним интересно было беседовать. Интервью Андрея Мозгова всегда были яркими. Он умел переносить собеседника в самую гущу событий. А их в жизни Андрея было множество. Андрей Мозгов посвятил одной из самых мужественных профессий спасателя более 30 лет. Пришел в профессию случайно, только что отслужившего в армии, но еще не решившего, с чем будет заниматься. Дальше молодого человека, друг семьи Валерий Дзираев, позвал в спасатели. В интервью он не раз говорил, что эта профессия и стала его судьбой, его выбором, о котором Андрей Мозгов ни разу не пожалел. За 30 лет он принял участие в сотнях спасательных операциях разной сложности, в которых были спасены десятки жизней. Это и Буденновск, когда Басаев захватывал больницу. Это Каспийск, когда взорвали 9-этажный дом. Более 120 человек погибло. Это наш самолет, который в пригороде Черкесска упал тоже. Очень много погибших. Это, безусловно, наводнение на территории Северного Кавказа, и в том числе в Карачаево-Черкесии. Это не одно участие в
том числе совместно с сотрудниками силовых структур в операциях по ликвидации незаконных бандформирований. Угу. Естественно, каждая из них какой-то определенный отпечаток накладывала, угу, и где-то давала толчок совершенствованию своих навыков. Каждый такой выезд – это настоящее психологическое испытание для спасателя, ведь они первыми принимают удар на себя, первыми соприкасаются со смертью и человеческим горем. Одним из самых, наверное, главных факторов результативности проведения любой спасательной операции, безусловно, является время. Время с момента получения травмы потенциальным пострадавшим и промежуток времени до того момента, как ему будет оказана первая, ну а потом уже впоследствии врачебная помощь. За время работы Андрей Мозгов прошел путь от рядового спасателя до спасателя международного класса, награжден множество раз, в том числе и медалью за спасение погибавших, орденом мужества за проведение спасательных работ в ходе ведения боевых действий в 2006 году. Ему было присвоено звание «Заслуженный спасатель России». С особой гордостью Андрей Мозгов рассказывал об успехах своих коллег. Безусловное доказательство профессионализма спасателей Карачаева-Черкесии сегодня уже было освещено. Это трехкратное чемпионство на соревнованиях спасателей. По итогам деятельности 2012 года отряд был признан лучшим в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям. Награжден кубком за доблесть и высокий профессионализм при спасении людей. В 2014 году аналогичный кубок был получен из рук начальника Северокавказского регионального центра МЧС России. По итогам 2014 года спасатель международного класса Дмитрий Геращенко признан лучшим спасателем МЧС России. Андрей Мозгов считал честью работать плечом к плечу с такими замечательными людьми, с его коллегами. Его любили, уважали, к нему прислушивались. И скоропостижный уход Андрея Мозгова стал ударом не только для родных, но и для коллег и всех, кто его знал. Десятки людей пришли проводить заслуженного спасателя России в его последний путь. Слова соболезнования от имени главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова выразил семье и близким Андрея Мозгова мэр Черкеска Алексей Баскаев. Его уважали сослуживцы и коллеги. Сотни соотечественников не только в Карачаево-Черкесии, но и в разных уголках нашей необъятной страны выражали Андрею Анатольевичу благодарность за спасение родных и близких, за отвагу и самоотверженность, проявленные в экстремальных ситуациях, условиях. Андрею Мозгову было присвоено звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации». За участие в спасательных работах в ходе ведения боевых действий был награжден орденом мужества. Но главной наградой, по его собственному признанию, для него была каждая спасенная жизнь. И всегда Андрей Анатольевич настаивал на том, что оценка его труда – это не только его заслуга, но всего отряда в целом, людей, с которыми он служил, плечом к плечу. Начальник главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии Александр Голоколенко зачитал семье и близким Андрея Мозгова слова соболезнования министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова. От себя хочу сказать, что Андрей Анатольевич был не только нашим старшим братом, лично моим другом. Для меня это лично большая потеря, большая утрата. Он всегда подсказывал, направлял, советовал только правильные, благие дела и благие намерения. Говоря об Андрее Мозгове, присутствующие отмечали его грамотность как руководителя, чуткость к потребностям коллег, отмечали большой личный вклад в дело совершенствования аварийно-спасательной службы МЧС России. Андрея Мозгова забрала онкология, ему было 53 года. Мадина Каракетова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Сейчас реклама, после продолжим. Уже скоро. «Кавказ Билд». Строительная выставка в Минеральных Водах. Громаднейший выбор материалов, оборудования, технологий и техники. 300 поставщиков из 12 стран мира. С 24 по 26 апреля в выставочном комплексе «Минводы-Экспо». Современная хирургия катаракты и глаукомы в клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полису ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. 8 апреля к Международному дню театра Русский театр драмы и комедии Карачаева-Черкесии представит постановку «Сон в летнюю ночь» по пьесе Уильяма Шекспира, режиссер Елена Кузина. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии, начало в 18:30. В
ВГТРК и правительство Магаданской области 24-25 мая проводят телефестиваль «Русский Север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны к жизни людей на севере, истории освоения северных регионов России, реализуемым там государственным программам, защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте vestimagadan.ru. Успехи, недоработки и планы на будущее. В Абазинском районе подвели итоги деятельности за 2023 год. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности у Али Баташева. Первой по активности обсуждения жителями района в соцсетях стала тема дорожного хозяйства. Реконструкция и ремонт дороги из аула Эльбурган в аул Кубина была начата 3 года назад. На сегодняшний день мы положили около 12 километров асфальта. Данная дорога является 4-й категорией, присвоена 4-я категория. Ширина полосы это асфальтобетонного покрытия 6 метров, сама 10-метровая. В общем, вся дорога, весь участок дороги занимает 23 километра. Завершен капитальный ремонт средних школ у Лапсыша аула Кубина. Созданы парковые зоны в Анжучукунском и Псышском сельских поселениях. Одним из приоритетных направлений деятельности администрации стала поддержка участников СВО и членов их семей. Глава Абазинского района Руслан Кужев в своем докладе отразил все направления деятельности районной администрации – экономику, здравоохранение, образование, культуру, социальную сферу и сельское хозяйство. Я считаю, что год мы отработали удовлетворительно. Ну, будем стараться, проблем много. Это и водоснабжение, да, у всех аулов. Где-то практически завершено, где-то частично, где-то еще много работы. Но мы делаем проекты, сметы. Стараемся участвовать во всех федеральных программах. В этом году мы заявились на практически около 300 миллионов видов, на столько видов работ по комплексному развитию сельских территорий. Вот. Ждем результатов отбора. Очень емкий был доклад по всем направлениям, в котором мы участвуем, это и по транспорту, и обеспечению безопасности, и в развитии энергетики, и промышленности у нас тесное взаимодействие. Сегодня мы увидели, что работа по итогам прошлого года была депутатами высоко оценена. Ну, соответственно, план на 2024 год синхронизирован с нашим министерством. Будем, безусловно, двигаться в этом направлении дальше. В целом объем финансирования национальных и региональных проектов в 2023 году составил порядка 31,5 миллионов рублей. Объем собственных доходов Абазинского района свыше 90 миллионов, что составило 102,6%. Али Баташев, Фатима Хунова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия. Нужно становиться научно просвещенным человеком, но, безусловно, и обязательно оставаться горцем, писал поэт-художник и просветитель Ислам Крымшамхалов. И всегда Ислам Пашаевич выступал поборником прав кавказских народов, радея за своих земляков. 14-я церемония награждения старейшей общественной наградой Карачаево-Балкарии медалью Исламбея Крымшамхалова собрала гостей из 3 субъектов в его доме, а ныне музее в Тиберде. Об удивительном человеке, сыгравшем огромную роль в истории своего этноса, в специальном репортаже Аллы Динаевой. Тибердинский период жизни поэта, художника и просветителя Ислама Крымшамхалова самый интересный и плодотворный как в общественной деятельности, так и в творческой. Он снискал себе славу как неустанного защитника интересов горских народов, их нрава, быта, культуры, истории. И благодарные потомки уже в 15-й раз собрались на знаменательное мероприятие на 14-ю церемонию награждения медалями Исламбея Крымшамхалова в его доме в Тиберде. На протяжении 15 лет это мероприятие проходит под эгидой Карачаево-Черкесского государственного музея, Карачаево-Черкесского государственного университета и Карачаевского научно-исследовательского института. За этот промежуток времени лауреатами
медали Крымшамхалова стали достойные, известные в обществе люди. И сегодня мы собрались наградить таких же достойных, известных людей, которые внесли вклад в культуру, в искусство, в науку. И я надеюсь, что через год, через 5 и через 10 мы с вами в здравии, в таком же составе сможем здесь встретиться и наградить еще достойных лауреатов. Значительная часть сегодняшней аудитории – наши старые знакомые, наши добрые коллеги, наши замечательные помощники. Есть у нас сегодня и те, которые здесь впервые присутствуют. И для наших друзей, наших гостей, которые здесь впервые, я хотел бы лишь, значит, с вашего позволения, обозначить несколько моментов. Первый момент, он касается того места, где мы сейчас находимся. Дом – это из усадьбы. Усадьба включала в себя этот дом гостевой, сказать, и другой, где они жили, сейчас его нету, который принадлежал Крымшамхалову Исламу Хасан Пашаевичу, сокращенно Пашаевич говорим мы, известному деятелю Северного Кавказа. В свое время он входил в когорту тех, кто создавал этот курорт. Самый высокогорный курорт в Российской империи, который в 1883 году начинался деятелями местной интеллигенции, местных служивых людей, местными военачальниками. Сегодня такая дата большая, значительная. За эти годы можно было бы и какие-то найти недостатки в этой личности, и какие-то его в общественной позиции, что-то. Но он был идеальный человек во всех ипостасях. Посмотри, как художник. Он начинал все с нуля. Не было для него никаких примеров профессионализма. Вот его роман «Там и здесь» о петербургской жизни и сравнении с тем, что у нас на Кавказе, это был первый карачаево-балкарский роман, отрывки из которого были напечатаны. Но я что хочу сказать. Вот первая его публикация была сделана, я считаю, человеком мужественным, антологией карачаевской поэзии, еще в 60-е годы, когда мы только вернулись, когда слово «Крымшамхалов» было под запретом. Потом вышла замечательнейшая книга Зинхары Боташевой «Озарение души». За личный вклад в разработку и реализацию образцового проекта восстановления и инсценировки исторических песен карачаево-балкарского народа обладателем медали стал Тахир Гузиев. Жаным кушаклайды мені тауму. Этеме оппа мен сыйлы этегин түзлі сайласа да таудады таулу, мында жыр хауа да болады эркин. Алқын мен айтырма жұртқа жырымы, сөзі жаз болырлай, болырлайын жай. Қобыс дейек бебілі исем қанымы, харсы мақамы да болыр малқар қарачай. За просветительский труд в сфере популяризации традиционной национальной культуры Карачаева и Балкарии и очерк альбом «Шагающие над облаками» награду удостоился Шарафаддин Узденов. За ту оценку моего труда спасибо вам большое. За умелое отображение темы депортации карачаевского народа в двух видах авторского творчества – архитектуре и художественной литературе – медаль вручили Султану Айбазову. Хотел бы выразить свое признание оргкомитету за предоставленную мне награду. Большое вам спасибо. За успешное завершение цикла монографий, освещающих тематику депортации и возрождения Балкарии, Хаджимурата Сабанчиева наградили медалью. Все свои помыслы и дела Ислам Пашаевич направлял на благо своего родного народа. Быть лауреатом премии его имени – это очень почетно, престижно и обязывает ко многому. И в дальнейшей работе помогает его творчество. Те вопросы, те проблемы, которые он поднимал, они созвучны с теми проблемами, которые волновали великих русских писателей. За актерский и организаторский вклад в яркий творческий опыт –
Первую в театральной истории Балкарии профессиональную постановку спектакля из цикла «Шекспириады» медаль вручили директору Балкарского государственного драматического театра Маджиду Джангуразову. Хотел бы себя вместе с вами поздравить, что мы являемся соплеменниками вот такого великого человека, как Ислам Пашаевич Кырымшамхалов. За мастерство создания аутентичных образов карачаевцев в цикле художественных работ, посвященных жителям Северного Кавказа, княжеской медалью удостоился фотохудожник Андрей Смольников. Если говорить о Карачае, то мое знакомство с ним началось в 2018 году. Я помню, как-то я увидел фильм, документальный фильм, где рассказывали про Улус Хауат. И настолько меня это тронуло, да, и мне захотелось там побывать. Я добрался до аула. До этого я уже читал про него, да, знал историю этого аула. Я приехал в этот аул, нашел женщину, Гагуеву Любовь Ильясовну, побывал у нее в гостях, послушал ее рассказы о жизни в ауле до депортации, о жизни в период депортации, о ее возвращении на родину. Она мне показала свои старые фотографии. Большой, веселой семьи в ауле Схалат. Вот. А потом мы расстались, и я пошел погулять, побродить по улочкам аула. И вы знаете, когда я бродил по этим улицам, да, вот, и оно внутри как-то, знаете, вот все вот так аж разрывалось и переворачивалось. И знаете, мне такая мысль пришла в голову, да, вот. Прошло много лет, да, с тех пор, когда там кипела жизнь. И вот так же светит солнце, так же растет трава, гуляют кони, поют птицы, а орлы в своем орлином танце парят высоко в небе. Но вот только вокруг такая кричащая тишина и такая тихая грусть ушедшей жизни. За важный этнографический труд и исследовательскую идеологию по традиционной пищевой культуре Карачая и Балкарии медали Исламбея вручили Мадине Хаджиевой. Ислам Пашаевич когда-то писал: «Родина моя, что я без тебя?» Мы, исследователи, находимся в постоянном поиске. Это такое глубоко национальное, нравственное отношение к истории и к себе. Я благодарю тех, кто продвинул в жизнь такой проект, как церемония вручения медали имени Исламбея Кырымшамхалова. За важный вклад в развитие национального литературоведения, монографическую работу, циклические структуры в карачаево-балкарской литературе наградили Асият Атабиеву. За успешный опыт многожанрового воплощения образа карачаево-балкарского горца в книге «Колыбель земли моей» медаль вручили поэту, прозаику, публицисту Сергею Еремееву. Мен джурегимден джазганма айтханма. Говорю и пишу от сердца. И то, что написано в моих книгах, это в первую очередь о простых людях, о пастухах, об ученых, о чебанах, о людях, которые населяют Балкарию, населяют Карачай. Здесь была затронута неоднократно тема переселения. Горькая страница, она вошла в историю карачаевцев, балкарцев, ингушей, чеченцев. Но ни один народ не сломился. Все вернулись на свою историческую родину и славными делами продолжают традиции ушедших поколений. За личный вклад в инициирование и практическую реализацию проекта сохранения памятников традиционного зодчества комплекса срубных сооружений Большого Карачая награду Исламбея получил Иосиф Ижаев. Мне это очень приятно, честно говоря. Но эта медаль не только моя, это медаль моих друзей, моих соратников, с помощью которых проводим реставрацию единственной деревянной мельницы 19 века с земляной крышей. Мы считаем, что это единственная сохранившаяся мельница не только на Кавказе, но и в России. Такие только есть в Норвегии, и то это там новые новоделы. А также это медаль всех тех, кто нам помогал в сборах, чтобы реставрировать вот эту мельницу.
Известный ученый Тамара Бетирова, заслуженный деятель науки Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, заслуженный деятель культуры Ингушетии. Медали Исламбия она удостоилась 12 лет назад. И за эти годы мной написано много книг. Где-то вот сегодня привезла свою монографию, она 26-я по счету. И я думаю, что вот стимулом была эта награда тоже. Для меня вот эта общенациональная награда имени Ислама Кырымшамхалова, она самая важная, самая главная. Потому что вот признание именем этого человека, это для меня, это признание всего народа, я считаю. В этом году в два раза больше номинантов. Естественно, от нас тоже человек 7 было. Большая такая команда приехала, очень достойные номинанты. И со всех, и с Карачаевской стороны, и с Балкарской. У нас награждены были наши ребята, наши друзья, это Сергей и Андрей, которые, не будучи балкарцами и карачаевцами, любят точно так же нашу родину, как и мы. И они сделали очень много для нашей культуры. Хотела огромную свою благодарность выразить Рашиду Хатоеву, кандидату исторических наук, который очень много сделал для поддержания фонда на таком высоком уровне. Очень строгие были требования разработаны, и они соблюдали. Я иногда шучу, как в Нобелевском комитете. В завершении церемонии награждения председатель Международного наградного комитета Рашид Хатуев сделал заявление. Решен вопрос о передаче полномочий молодому поколению, но за мной сохраняют высокий титул почетного председателя. Я буду, сказать, работать так плечом к плечу с нашим подрастающим, сказать, поколением. Смена нужна. Уже никто не скажет, что я был нетерпеливый, 15 лет все-таки. Мы с чего начинали, да, с Каприли, поэтому надо уже и честь знать. Значит, председатель, новый председатель, который, я сдаю 160-летие, он принимает. Директор Республиканского музея имени Байчорова Ханафи Борисович Хасанов. Любитель жалоб. В принципе, за последние 15 лет это мероприятие сейчас остается единственной площадкой, на котором интеллектуальное сообщество наших двух соседних, а сейчас уже и третий, Ставропольский край, трех субъектов федерации производит свой такой культурный обмен, если говорить чисто такими сухими дефинициями определять это, так? Вот. Самое главное, что люди приходят сюда, они общаются. И в общении рождается много идей, которые позволяют решать те задачи. Задачи у нас примерно общие во всех этих субъектах, мы соседи. Вот. У кого лучше, у кого хуже бывает решение, так учимся друг у друга. Это этому помогает. Рашид Тухтарович передает мне ответственность по комитету, по наградному комитету, вот это сложно. Несмотря на то, что там есть члены комитета. Комитет международный, есть несколько филиалов. В Турции есть филиал, у нас, соответственно, в Кабардино-Балкарии. Я надеюсь, я буду стремиться максимально выполнять эту ответственность. Эта должность, она, наверное, будет сложнее всех. Что-либо когда-либо мне, которое проходилось занимать. При непосредственном участии Ислама Кырымшамхалова строились мосты, дороги, открывали школы. А если вернуться к тибердинскому периоду жизни просветителя, то стоит отметить, что Тиберда начала осваиваться с того момента, когда Ислам Кырымшамхалов пишет письмо наместнику Северного Кавказа Воронцову Дашкову с просьбой, чтобы в Тиберде разрешили строительство дачных домиков. Лично выбрав локацию неподалеку от очаровательного озера Каракёль, Ислам Кырымшамхалов построил дом с фигурными окнами, покатой крышей и ажурным крыльцом. И в этом тоже виден талант Ислама как архитектора и художника. Ислам Пашаевич был радушным хозяином и часто принимал гостей, и по сей день его гостевой дом принимает посетителей. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. Уже два десятка лет молодые дзюдоисты практически из всех регионов России съезжаются в Карачаево-Черкесию для того, чтобы поучаствовать в мастерском турнире памяти депутата парламента республики, президента Федерации дзюдо Карачаево-Черкесии Арасула Табиева. Этот год не стал исключением.
На этот раз более 140 спортсменов собрал дворец спорта «Юбилейный» в Черкесске. Алла Качиева подробнее. Сам занимался дзюдо, мечтал, чтобы в нашей республике было как можно больше спортсменов и посвятил свою жизнь развитию физической культуры и спорта. Ушел из жизни рано, но оставил за собой хороший пример. Уже 20 лет в Карачаево-Черкесе проводится мастерский турнир памяти депутата Народного собрания республики, мастера спорта СССР по дзюдо Арасула Атабиева. Спортшкола «Олимпик», основанная Арасулом Айгуфовичем, выступает одним из главных организаторов соревнований. На этом турнире я в первый раз, и на протяжении долгого времени турнир проводится. В этом году он юбилейный, и вот совместно с Федерацией дзюдо Республики Карачаево-Черкесии очень долго мы хотели провести этот турнир на высоком уровне, и вот в этом году как бы Федерация дзюдо России решила дать шанс Республике и провести турнир, который является не только всероссийским с правом выполнения мастера спорта, но и также отборочным на чемпионат России. Поэтому это очень такое престижное мероприятие, и надеюсь, что в будущем у местной федерации будет также стимул проводить его на таком же уровне. Всероссийские соревнования среди юниоров и юниорок до 23 лет собрали более 140 спортсменов и десятки любителей президентского вида спорта. Броски, болевые приемы, удержание, удушение как в стойке, так и в партере. Все это демонстрируют на татами молодые, сильнейшие дзюдоисты в 7 весовых категориях. Такие турниры очень важны для наших спортсменов. В первую очередь это опыт, это познание соперника, это познание себя, это перенятие опыта, это набарывание какой-то практики. Во вторую очередь это уже выход, победители выходят на чемпионат первенства России, а также первому месту, кто занимает первые места, им присваивается звание мастера спорта. Соревнования шли 2 дня. По итогам турнира копилка медалей Карачаево-Черкесии пополнилась 3 медалями. Денислам Бачаев принес золото, Абиаслан Каракетов и Ренат Бастанов – бронзу. Алла Качиева, Зумрад Халкечева, Мухаммед Ашибоков, «Вести Карачаево-Черкесия». Такими событиями отмечена уходящая неделя. Хорошего вам настроения и всего доброго.